Вы должны говорить с теми, кто принимает решение. И это не Россия. Не обманывайте себя. Остановили, чтобы вас спасли от страшных поражений. Не дам им упасть. Ну, если он будет сразу, что сказать, правильно? Ну, да, вы, вот. Скажи политики, освободи свой разум. Переходи на новый уровень. 你是谁? 我在哪里? 我为什么会在这里? 这里的一切围绕着你的东西 都是你的潜意识， 你已经被升华了， 宇宙的时间线开始运转。 随便你怎么说， 不过不要担心， 你可以随时醒来。 好吧， 那我为什么在说中文？ 我真的会说中文吗？ 显然， 你的意识已经升华了， 你和中国的佛祖 相通了， 所以呢， 你的语言天赋被打开了， 你已经可以用任何语言 跟任何人说话了， 然后你已经有这个天赋很长时间了。 我想学习自己转送。 让我们来看一下你在这个世间移动的轨迹。 如果这条轨迹是光明而又轻盈的， 那所有人都会祝福你。 然后呢， 你的身体会变得轻盈， 迅速的转移， 然后你就会得到这个能力了。 我已经留下轨迹了吗？ 当然了， 让我们来看一下吧。 Сашенька, любимый мой братик, поздравляем тебя с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия. Любим тебя. Приезжай в гости. Му-му-му. Здравствуйте, Сашок, племянник наш дорогой. Пожелаем тебе, поздравляем с юбилеем 55 лет. Всего хорошего, главное здоровья. Также вашим детям, внукам, близким, родным. Всем желаем вам счастья и главное долгих лет жизни и здоровья. Живите спокойно, не ругайтесь, живите очень дружно. Саша, давай-ка вспомним с тобой наше прошлое немножко недалеко. Кажется, это было недавно, но было уже давно. Помнишь, когда тебе было всего лишь 4 годика, ты к нам приехал, вернее, привезли тебя, чтобы мама поехала учиться в город Ленинград. Сейчас он Санкт-Петербург, тогда был в советское время Ленинград. Мы с тобой, вспомни-ка хорошенько, если вспомнишь, ходили с тобой на каток, баба, я и ты. Катались на коньках, ты упал, такой вот казус был. И вдарился головой, но почему-то никто на это не обратил внимания. Мы катались долго, пришли домой, стали раздеваться, а у тебя шапка с головы не снимается. Ну, мы сняли кое-как. Оказалось, что у тебя, когда ты упал, разбил голову немножко. А на морозе шапка прилипла до крови к голове. Ну, мы тебе ее сняли, конечно. Ты даже это и не заплакал, ничего. Хотя тебе было всего 4 годика. Вот такими рождаются настоящие мужчины. Всего еще раз поздравляю тебя. От нас, от всех близких, родственников. И вам всем. Всем. Передавайте свой привет. Всего хорошего. Счастья и долгих лет жизни. Главное – здоровья. С днем рождения поздравляем, счастья, радости желаем. Не болеть, не унывать, есть нормально, крепко спать, не сердиться, не ругаться, никогда не волноваться. И тогда наверняка проживешь ты лет до 100. Саша, мы тебя любим, уважаем, ценим. Поздравляем еще раз, желаем всего доброго тебе. Сашенька, дорогой, с днем рождения тебя! Мы желаем тебе крепкого-крепкого здоровья, сибирского настоящего. Смотри, дом у тебя есть, работа есть, любящая, любимая жена есть, ты воспитал достойных детей, ты путешественник, повидал мир. Я уверена, вокруг тебя много друзей, преданных и верных. Бог не обделил тебя родственниками. Вот полная чаша. Поэтому мы желаем тебе здоровья.
дядя Саша, с днем рождения! Дядя Саша, с днем рождения вас! Поздравляем! С днем рождения! Саня, здорово! Поздравляем тебя с днем рождения, с 55-летием! Как видишь, мы на озере, на природе, как бы в твоей любимой стихии. Отсюда и поздравляем тебя. Здоровья тебе, счастья, семье, удачи. Всего хорошего тебе. Привет, Омск. На связи Петропавловск-Камчатский. Очень хороший повод для того, чтобы выйти на связь. Повод такой. В 1965 году, 13 июня, появился на свет очень славный малыш. Голубоглазый. И как показало время последующего становления этого малыша, очень-очень гармоничный. Самый удобный, пожалуй, из всех моих братьев и сестер. Ну, поскольку я более-менее старше, я имею основание так считать. Развивался удивительно просто, на радость и бабушкам, и маме, и папе, потому что спокойный, непритязательный. Есть, конечно, грешок у меня, ну, поскольку я периодически заезжала в села, это же в Лермонтово сначала, а потом во Фроловку переехали, уже когда ты в возрасте. Ну, я-то, дура, уже здоровая была, но еще, видимо, не настолько, чтобы втянуть в тебя в девиантное дело. Мы с тобой напились брашки. Мне было, наверное, лет 14, но тебе понятно, сколько. Напиток, видимо, вкусный, как нам показалось, но вот есть такой грех. Так что, прости, ты вряд ли помнишь, а я помню, как мы нашли этот бак у бабушки Тани. Ну, какая-то валюта, видимо, по тем временам, потому что во всех дворах вот такие 25-литровые какие-то фляги летом имели место быть. Повод есть, и дальше уже разъехались каждый там в свои стороны. Я по большей части в Благовещенске, ты в Омск уехал. Ну, сейчас вообще раскидала вот нас. Еще дальше я убралась от родины, чем ты. Но, Сашук, тем не менее, рада то, что поддерживаем отношения до сих пор. Очень хорошо то, что мы с тобой встречались во Фроловке. Не знаю, приедешь ты или нет, но я очень-очень часто и с каждым годом все чаще и чаще почему-то вспоминаю вот это свое детство в деревне и считаю то, что все-таки это и моя родина, и даже в большей степени, нежели чем Благовещенск. Что хочу пожелать тебе, брат мой? Поскольку я уже сказала, что ты у нас гармонично. Это очень редкое явление. Ну и поверь мне, как психологу, не только как сестре. Ну, пусть твоя жизнь дальше будет наполнена очень такими хорошими-хорошими событиями. Ну, сейчас мы уже завязаны на том, что происходит в семьях наших детей. И пусть в твоей семье, в большой семье, всегда будет счастье, всегда будет взаимопонимание, всегда будет здоровая атмосфера во всех отношениях. Ну и поскольку нам подгадил, не побоюсь этого слова, коронавирус, и мы говорим сейчас о здоровье, о физическом тоже, что это тоже пройдет все стороной. Надеюсь, все-таки какая-то встреча будет, либо во Фроловке, либо я подумываю о том, что можно было бы и в Омск заехать в гости, так что приглашайте. Всего-всего, Санёк, тебе самого наилучшего. Обнимаю, целую и люблю. Дорогой мой Саша, я как единственная законная и, надеюсь, неповторимая жена буду говорить о любви. А теперь должно быть роман. Та-дам! О любви к 1С-ке. Я даже периодически Саше ревную к этой программе. Но что он гораздо больше проводит время наедине с 1С-кой, нежели со мной, это 100%. Ну ладно, мы нынче не об этом, хотя вообще-то о любви. Та-дам! Вот еще такая вот у Саши есть любовь. Пасьянсы. И вот пасьянс навел меня на мысль. Паучки, так же как в жизни, выкидываются карты разной масти. Красные и черные.
хорошие события, не очень хорошие события. И наша задача – сложить наш пасьянс. И не просто сложить пасьянс вообще-то в игре, а играть для того, чтобы получать удовольствие от самого процесса. И результат совершенно не ясен, не важен в некотором смысле, а важен сам процесс получения удовольствия от жизни. Поэтому я желаю, Саша, тебе радости в жизни, ловить кайф от каждого момента жизни. И пусть у тебя этих моментов будет очень много. И все-таки хочется, ну, чтобы пасьянс сходился. И я желаю тебе, чтобы жизнь выкладывала тебе карты нужных тебе мастей. Так вот мы сделаем. Так вот. Па-бам! Чтобы ты был победитель, Саша. Я тебя люблю. И буду всегда с тобой. Что бы ты ни хотел. Я тебя целую. Это такой жизнерадостный мужик, который постоянно лежит на траве босиком, где-нибудь под кустом или под елочкой и медитирует. Он очень любит животных, собак, кошек, вообще всякую живность. И в детстве, когда мама задала задачу избавиться от мыши, папа настолько не хотел ее убивать, что отмазывался как мог. Так не знаю, чем закончилось это дело, вроде как ее выпустили даже живую. А может быть, он ее зарубил на мясо. История умалчивает. Еще в детстве было очень много радостных воспоминаний, таких как совместные прогулки по парку. И каждый раз, когда мы с братом и с матерью гуляли в парке, папа задавал вопрос: «Дети, а какое сейчас время года на улице?» И мы должны были с братом по признакам определить, что за время года и почему мы решили, что это именно оно. Например, что выросли зеленые листья, и поэтому теперь весна. Или растаял снег, и теперь опять весна. Или бежит ручей, и опять весна. Потому что каждый раз, когда мы выходили весной на улицу, все равно задавался этот вопрос, и надо было придумывать разные ответы. Вот. Еще летом мы ездили на дачу. Ездили на дачу на своей машине, у нас был УАЗик, он был еле живой, поэтому оставалось всегда загадкой, и до последнего никто не понимал, доедем мы или нет. Папа очень нервничал за рулем, и с тех пор он как-то не очень вписался в число автовладельцев. Машина постоянно глохла, но однажды, когда мы были около дачи, папа посадил меня за руль на коленках. Я помню, что я видела голубое небо и широкую глубокую колею, и как мой хвостик радостно дрожал в синем бантике. Это из воспоминаний о раннем детстве. Также на даче мы садили вместе картошку, и я помню, что когда картошка была слишком большая, папа разрубал ее на несколько кусков, и мы садили по кусочку, по маленькому. Еще у нас была настолько большая дача, что мы постоянно бегали в малине, и казалось это все дикими джунглями, пока папа ее поливал. Ну, или я ее поливала, или мама ее поливала. Еще мы делали свой шалаш, тогда не было палаток, и мы его строили из говна и палок. А точнее, папа находил 4 больших прута, втыкал их возле колеса и накрывал это все каким-нибудь одеялом. И у нас получалось что-то вроде такой своеобразной палатки. Мы там ели самую вкусную в мире окрошку из своей же редиски и всего того, что мы привезли с собой. Это что касается лета. Зимой мы постоянно катались в парке на коньках, мы постоянно катались в парке на лыжах, чего я очень любила делать. И когда я съезжала со снежного бугра в парке, у меня не получалось залезть обратно. И меня папа вытаскивал за лыжные палки, то есть я так хваталась за лыжную палку, папа меня вытаскивал. Это я тоже очень хорошо помню. И еще каждый Новый год мы наряжали елку вместе. Папа приносил самую большую, самую красивую елку. И постоянно приходилось ее обрубать сверху, чтобы она влезла. Но однажды папа принес убогенькую, маленькую, хрупкую сосеночку или пихту. Казалось, что у нее всего 3 палки. И мы долго-долго смеялись и угорали, потому что казалось, что папа принес ее и купил из жалости. Ее мы тоже наряжали все вместе, а папа традиционно наматывал гирлянду. Еще мы летом ездили на турслед,
И когда я была маленькая, папа учил меня разводить огонь. И помимо этого мы ездили на... ходили на спортивное ориентирование, где мы по карте определяли местность. Я до сих пор не научилась этого делать, но находить вот эти вот карандашики с ЧП или как там, и ставить эти галочки мне очень сильно нравилось. Еще из путешествий мы были первый раз в жизни, это запомнилась поездка в Китай. Там, когда мы попали туда, папа сказал, что от обилия разноцветных макетов, рекламы и маленьких домиков, которые очень-очень близко друг к другу расположены, ему некомфортно, будто он попал в сказку. Но за это время они так с мамой привыкли к путешествиям, с тех пор точнее, что сейчас поездка в Египет, они именуют ее как поездкой на дачу. Ну вот последнее, куда мы ездили, это потрясающее место, где мы были, это Таиланд и Бали. Вот в Таиланде то, что запомнилось лично мне, это то, как папа бесстрашно плавал за акулами, маленькими такими акулятками, была целая стая, и он по очереди сначала плавал за одной и вот так вот поднимал руку, как плавник, и мы с мамой ориентировались и Саньком, где, или это без Санька было, где именно находится акула, и туда вместе подплывали, и всей семьей вот так вот гоняли эту стаю акул, было очень прикольно. Ну и, конечно, ни для кого не секрет, что папа обожает общаться с иностранцами. Для него его хлебом не корми, дай кого-нибудь научить русскому языку. И у него это получается настолько неподражаемо, что я не возьму на себя смелость попытаться изобразить это. Лучше просто как-нибудь возьмите его с собой и посмотрите на то, как это выглядит со стороны. Желать, чтобы во всем мире ты нашел себе место, где бы ты так мог упасть на траву под солнцем, обнять своих щенят или свою семью, или людей, которые тебе близки и дороги, и разделить с ними те моменты, которые запомнятся им на долгие-долгие годы. Дорогой наш Саша, ты такой замечательный, со своей потрясающей, заразительной харизмой. Ты всегда веселый и очень легкий на подъем. Кто на дачу? Я. Кто на море? Я. Кто в поход? Опять я. С тобой можно хоть куда. И ты никогда не даешь пути заскучать. Вот, например, помнишь, как мы ехали всей толпой в машине на Бали, и ты постоянно смешил нас нелепыми песнями? Это было очень весело. А еще помнишь, как во время поездки Таня постоянно меня спрашивала? Даша, с тобой все хорошо? Даша, ты как себя чувствуешь? И ты один раз не выдержал и такой говоришь: Таня, а почему это ты спрашиваешь только Дашу? Может быть, я тоже страдаю. Это было так замечательно и весело, что мы потом эту фразу вспоминали еще всю поездку. А еще ты постоянно смешишь нас своими сценками, не боясь при этом выглядеть глупо. Вот, например, вспомним подставную сбежавшую невесту на свадьбе Кати и Антохи. Это было невероятно. Ты был такой потрясающий. Выглядел просто шикарно. А еще... Например, когда мы шли на Зиган, мы постоянно делали труселя-стринги. Это ты первый стал так делать, и мы стали за тобой повторять. Это стало нашей фишкой деревенской. Это чтобы попа загорала, пока мы идем на речку. А еще нельзя оставить без внимания то, что ты заботишься о дедушке. Это требует большого внимания, и ты огромный молодец. Мы тебе за это все очень сильно благодарны. Поздравляем с днем рождения. Дай Бог и счастья жизни. Также с тобой можно поговорить на любые темы. А эти ваши постоянные посиделки на кухне. Ты, Таня, мама и Ира. Вы говорите о чем-то понятном только вам. О каких-то неземных цивилизациях. О духовном. Но это очень интересно. А еще... Ты постоянно радушно принимаешь к себе всех нас в гости. И это тоже немаловажно. Не каждый так сможет. И вот сегодня опять все собрались у вас в гостях, чтобы поздравить тебя с днем рождения. И даже больше не просто с днем рождения, а с юбилеем. И я тебя тоже сильно поздравляю. И желаю огромного счастья, большого здоровья, интересных путешествий. И просто сказать, что мы тебя все очень сильно любим. Поздравляем с днем рождения, желаем счастья в личной жизни. Ура! Здравствуйте.
здравствуй, Саша, и все остальные. Ну вот, наконец-то, большой Саша стал совсем большой. Первый раз я увидела его, не соврать, это был Новый год, 1989. Он пришел к Тане отмечать Новый год. И я тогда подумала, ха, какой непосредственный молодой человек. И я помню, что в парке 30-летия, или как там, сколько там летия в ЛКСМ, мы с разбегу чуть ли не головой, как свечки, втыкались в снег. И несмотря на то, что публика вокруг была уже далеко не трезвая, даже она удивлялась нашему поведению. Еще я вспоминаю, где-то начало 2000-х, я пришла к Гончаровым, и кто-то, мы приняли на грудь по рюмочке, и кто-то сказал, а давайте пойдем кататься на санках. Ну, давайте, давайте. И сначала он вез эти санки на веревочке, в них сидела Татьяна, а потом он говорит: Саша, Люда, садись ты, теперь твоя очередь. Я так удивилась, села, и вот я еду, подогнув ноги, потому что уже здоровая лошадь, в санке не умещаюсь, и смотрю на звездное небо над головой, нравственный закон внутри нас, и тут меня накрывает, я понимаю, что последний раз меня кто-то возил на санках, это была мама, когда она везла меня утром рано в детский сад. Просто прекрасный момент, вот это вот воспоминание. А что хочу сказать. Саша, оставайся всегда самим собой, никого не слушай, ты классный. Сашка, он да очень хлебосольный хозяин. Когда приходишь к ним с Татьяной в дом, вот видно, что люди тебе искренне рады. Всегда обогреют, подберут, накормят. Оставайся таким же непосредственным. Я желаю тебе здоровья, шикарной жизни. Ребята, вы классные. Я помню, перед свадьбой своей Татьяна сказала мне, что они с Сашей проверили характеристики на ЭВМ, и там идеальное совпадение. По-моему, там даже проверять ничего не надо было. Ребята, я вас люблю. Всего вам хорошего. Пока. Наверное, ни для кого не секрет, что мы с Санычем учились в одной группе на радиотехническом факультете. Годы, проведенные вместе, оставили огромный след в моей жизни, потому что столько было интересных дел, интересных событий. И на уборочной мы были вместе, и в походы ходили, и на практике радиотехнической сбегали на пляж позагорать. Вместе разбирали формулы, вместе жили в профилактории, готовились к экзаменам. И так было до самого окончания института. Потом судьба нас разбросала по разным предприятиям. Саныч ушел в НИИП, я остался в институте. Но в сложные 90-е годы опять мы стали работать вместе и по сей день работаем вместе. Что хочется сказать. Саныч отличный друг. И, наверное, можно сравнить его с частью меня. Это как вот руки, ноги, голова. Когда они есть, их вроде не замечаешь. Есть и есть. Так и Саныч. Вот он есть, и это прекрасно. И дай Бог, чтобы долгие-долгие годы мы были рядом, вместе, делали какое-то общее дело, чтобы нам это нравилось. Вообще, Саныч, он очень бесконфликтный человек. Если мы о чем-то спорим, то он просто вовремя может прекратить какую-то излишнюю эмоцию, что у себя, что у меня, сказав какие-то ключевые слова. Хочется сказать, что, Саш, здоровья тебе, чтобы в семье было все хорошо, чтобы жена тебя любила, и ты ее любил. Всех благ. Привет. 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 Дорогой. Поздравляем. Сан Саныч. Поздравляем тебя. Очень дорогой. Очень дорогой. Слишком дорогой. Днем рождения. И позволить мне, дорогой. Мы рады тебя поздравить. С отличной датой. С кругленькой датой. Не с кругленькой, а с отличной. А, отличный, отличный. Да. Так держать. Чтобы у тебя все было хорошо. Чтобы было... Чего сказать другим? Побольше внуков. Внучка у него есть, побольше внуков ему. Счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Чтобы семья была целой и невредимой.
радостно, пока, чтобы пока. Никто не болел. Пока-пока. Желаем двигаться только вперед. Не упускать удачу и выбрать дачу. И побольше свободного времени на дачу. И путешествовать не только на дачу. С днем рождения. Когда я была маленькая, на Рождество и Пасху мы ездили к бабе Юле, а обратная дорога была очень долгая, могла занимать час-полтора. И вот мы с Сашей садились в дальний уголок автобуса, и он начинал мне рассказывать суровую правду жизни про цветочки и пчелок. Ну а потом из этих разговоров, конечно, в юмористической, даже сказочной манере, я постигала о нюансах взаимоотношений мужчин и женщин и узнавала о вступлении во взрослую жизнь. И я очень благодарна судьбе, что у меня были такие друзья все мое детство, всю мою юность, как Таня и Саша. Очень благодарю вас за то, что вы были моими советниками, наставниками, проводниками во взрослую жизнь, что я всегда могла поделиться с вами, рассказать о своих амурных неудачах, поплакать, посмеяться. Вы всегда делали так, что на сердце моем становилось легко, и я всегда уходила дальше в свою жизнь. Помимо этого, вы также были для меня источником вдохновения. Писала книжки про вас и до сих пор хочу писать. Вы являетесь для меня большим примером, образцом семьи, дружбы, поддержки, понимания, уважения, любви друг к другу. И это очень важно, иметь такие наглядные примеры, очень близкие, родные. На протяжении всей жизни я очень-очень ценю вас, очень люблю. Саша, пусть все у тебя будет хорошо. Будьте такими же молодыми душой с Таней. Будьте всегда такими активными, спортивными. Ищите уголок, свой оазис. И обязательно найдете свое райское местечко. А мы всегда будем рядом. Деда Саша, ты смешное чудо наше. Саша всех развеселит, подбодрит и удивит. Никогда не унывает, обо всем на свете знает. Всем поддержка и опора, к чудесам готовься скоро. Много счастья мы желаем, с днем рождения поздравляем. Кинокомпания «Кирби Ирби Зомби» представляет новый фильм. Где только мы не побывали с Гончаровыми. Сашей были в Египте, на Филиппинах, в Китае, в Таиланде, в Дубае. И везде с нами происходили различные интересные истории. Особенно с Сашей. Вот некоторые истории я хочу и рассказать. Это было у нас на Филиппинах. Там продавашки пытались продать Саше браслет. Два парня сели с ним, он сел с ними и на чисто русском языке им рассказал, как ему трудно живется, потому что вот у него попалась такая жена, которая много чего ему не разрешает. И эти продавашки двое очень сочувственно ему кивали, уж не знаю, что они поняли, но кончилось все тем, что они подарили Саше этот браслет бесплатно. Вот. Это был первый случай. Второй случай случился... Саша со всеми разговаривал иностранцами по-русски. Он говорил, а что, пусть они изучают русский язык, зачем я буду изучать английский? Но потом у него начала просыпаться какая-то то ли генетическая, то ли подсознательная память, и у него начал проявляться английский язык. И он стал разговаривать уже с элементами английского языка. Но это было так смешно. И на экскурсии китайские девчонки просто умирали от хохота. Их было, наверное, человек там 10 вокруг него. Мы даже с Таней не подходили. Когда он им рассказывал, как он когда был маленький, у него был пенсил, и он там писал всякие штучки интересные. В общем, это было очень интересно. Они все просто там хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Вот. Это было у нас на Филиппинах. Что еще? А, помнишь, Саш, как на Филиппинах мы ром мешали с соком? Вот. И однажды Саша так замешал бутылочку, так вот изображал из себя бармена, что просто раз она у него выскользнула, и о пол разбилась. Вот было обидно. Но пришлось бежать быстренько ночью за второй бутылочкой. Это было на Филиппинах. На Бали у нас был такой случай. Садимся мы в экскурсионный все автобус. И что-то Янка раскапризничалась. А тут еще Маша с Дашей подключились и начали что-то ворчать, все им не нравится.
Ну, вроде бы я говорю: девчонки, вы что, тут все так хорошо, вы что так начинаете? И тут начинает Саша ворчать. О, как мне плохо, ой, что? Я говорю: Саша, ну а ты-то что начинаешь? Не начинай. Он говорит: как это? А пострадать? И можно, а мне нельзя? И так у нас он несколько раз в разных местах начинал: а пострадать? Вот так вот Саша у нас страдал. Делаю фотографию с хэштегом «Все вернется». Последняя, где мы были в Дубае, где Саша показывал, что вот такая рыба. Отправляю Гончарову эту фотографию, чтобы, думаю, ну все, надо морально поддержать. И что вы думаете? Мне тут же приходит ответ. И Саша пишет. Думаете, что он мне пишет? Он мне пишет: хренушки. Саш, к чему я это все рассказываю? Потому что где бы ты ни появлялся, с какими бы людьми ни общался, на русском, на английском, понимают они тебя, не понимают, они всегда тебе начинают улыбаться и всегда рады с тобой общаться. Потому что сам ты человек очень добрый, открытый, доброжелательный, немножечко, чуточку, вот столечко ворчливый. И путешествовать с тобой по разным местам и за границей, и здесь, и на даче – просто одно удовольствие. Я надеюсь, наши путешествия с тобой будут продолжаться. С днем рождения, с юбилеем, Саш! Всего тебе доброго, задора, оптимизма и большого желания жить дальше ярко, открыто и очень красиво. Пришла и мне пора закрыть сыновий долг и рассказать, кто такой папа. Папа – это банки абрикосового сока, по ночам причем, когда мы уже с сестрой спим. В нашей однокомнатной квартире, двухъярусной кровати, звучит ключ в двери, открывается дверь, папа заходит, разувается, раздевается и ставит 2-3 тяжелые банки в сумке, с которой он ходил время от времени на работу, видимо. Большая черная такая хозяйственная сумка. Причем банки иногда даже слегка пыльноватые, потом мы их открывали, иногда ночью даже просыпались ради такого дела, и некоторое время мы их пили, вот. Это одно из таких воспоминаний. Также папа, как и мама, конечно, это походы в детский садик, в ясельную группу по утрам. Одну из моих воспитательниц они не любили, потому что она всегда на них ругалась, если они опаздывали. Родители прокрадывались, как навшкодившие школьники такие, подкидывали ребенка и убегали на работу, а та им грозилась вслед. Папа — это определенно два больших дипломата, советских таких черно-серых, на металлических защелках. Но тогда дипломат был компьютером. Компьютера у меня не было, а очень хотелось. И было мне, например, там 3-4-5 лет. Дипломат открывался, ставился в угол квартиры, я садился напротив него и с большим удовольствием представлял, как же я играю в компьютер. Вот тут у меня была клавиатура, тут он откидывался, я смотрел и воображал, да, вот в эти игры я буду вот так играть. Также папа — это определенно учебник, я уже не помню, как он называется. В общем, книжка доктора Фортрана по компьютеру, введение в ВВМ и так далее. Там был разворот, который тоже исполнял мою мечту о компьютере. Разворачиваешь книжку, там была картинка с котом, по-моему, убегающим вдаль по таким холмам, как Windows XP почти, и клавиатуры. Но вот, играли, да, был у нас и такой компьютер. Папа с мамой — это однозначно чудо Деда Мороза. 5 лет я написал свое письмо, первое, печатными буквами. Сказал, что Дед Мороз, я веду себя хорошо и хочу себе на Новый год компьютер. И это письмо мы отправили, конечно же, в морозилку, потому что всем же известно, что Дед Мороз ходит по морозилкам. И потом, вечером этого же дня, мы возвращались, как всегда, от наших родственников домой. И там, наверное, последний год или сколько, я каждый раз, когда от них возвращались, я... Ну, не каждый раз, но очень часто, я плакал и кричал: «Хочу компьютер, как у Костика! Хочу компьютер, как у Костика!» Костя мой брат двоюродный. И у него уже был компьютер. И мне очень хотелось такой же. И вот мы возвращаемся домой, как будто бы мне показывают письмо, что да, мол, записка от Деда Мороза, вот, подарок твой исполнен, приходи домой. Все прибежали домой, взяли карту сокровищ, конечно же, нарисованную Дедом Морозом, а я просто, так как еще был мелкий и не очень понимал, что 4 конфорки на карте означают плиту, и что это кухня, и что надо там идти смотреть, я просто начал бегать по квартире, срывать одеяло со всяких подозрительных штук. И да, это оказался компьютер. Это был, наверное, с 98 на 99 год. Мне было 5 лет. Мы жили очень небогато, насколько я помню, и мне кажется, мои родители со мной согласны. Но вот, мечта исполнилась, и это было вообще какое-то чудо. И с тех пор, каждый год, мы с сестрой могли писать письмо Деду Морозу, и оно обязательно случалось, подарок появлялся. Вплоть до 18 лет я беззастенчиво использовал эту уязвимость в системе. Сейчас мы с Хеленой, мы обоюдно пишем письма Деду Морозу, кладем их в морозилку, а Дед Мороз приходит и дарит нам потом на Новый год подарки. Вот такое вот чудо. Так что спасибо папе и маме. Папа — это точно
Игра «Солдатики». Мы расставили каждый свои отряды, и он показал, а я в детстве играл вот так. И поставил книжки таким вигвамом. Раскрыл и поставил на попа, так сказать. А кидались мы в «Солдатики», так как надо же как-то геймифицировать игру, простой пиу-пиу-пиу не подходит, то у нас у каждого был набор фломастеров, такая пачка, и мы со своих позиций кидали в позиции вражеских отрядов, собственно, фломастеры. Если ты солдата сбиваешь, то ты его убил. Это было хорошо. Причем был такой момент, несмотря на то, что папа с нами очень много играл и много времени нам уделял, конечно, как и мама, была у него такая отмазка. Он говорил: «Санек, у взрослых гораздо меньше сил, чем у детей. Поэтому взрослые не могут так долго играть во всякие игры. Поэтому взрослые чуть-чуть поиграют, а потом им нужно отдыхать». И я эту фразу очень понял, когда у меня появились племянницы, с которыми тоже надо было играть время от времени, присматривать за ними, пока они были совсем маленькими. Я думал: «Да, пап, мудрость, она такая, у взрослых, увы, гораздо меньше сил, чтобы играть в эти игры». Родители нам очень часто устраивали праздники. Даже не упоминаю мелкие какие-то праздники без повода, просто когда радуют подарочками от лисички и так далее. На большие праздники, например, на дни рождения, это было не просто пошел и получил подарок, да? А это было целое приключение, программа и развлекательность. То есть ты должен был пройти какие-то испытания. Обязательно была карта, причем иногда там концепция карты менялась, другие схемы придумывались, провить сбоку, просовместить разорванные штуки и так далее. В общем, очень было любопытно, и мне до сих пор на самом деле это нравится. И Елене я тоже время от времени устраиваю такие, так сказать, крысиные бега во всякие праздники, потому что, ну, просто вот дал подарок, и вроде уже и все, и нет праздника. А так, когда вот процесс его нужно получить, это совсем другой коленкор, это интересно. Я, по-моему, уже папе говорил, да, пап? Часто я тоже вспоминаю, когда лет 6 мне, наверное, было, и мы с тобой разговаривали, и ты мне рассказал про свое детство в деревне, как вы бегали и играли в индейцев, как вы стреляли в друг друга из луков, еще наконечники у стрел были завернутые консервные банки, то есть жестяные наконечники. Ну, конечно, прыгали по всяким стройкам и так далее, не убивались каким-то образом, взрывали карбиды, делали самопалы из мелкашек и так далее. И я помню, я слушал и думал, какой же, и заплакал даже, и ты такой: «Санек, что ты плачешь-то?» А я говорю: «Папа, какое же у тебя было счастливое детство». И что я могу сказать? Оглядываясь назад, я точно могу сказать, что у меня детство тоже было счастливое. Спасибо за это папе с мамой. Я вспоминаю, как на даче мы сделали лук из какой-то хворостины, натянули колготку мамину. Стрелял я каким-то сухостоем обломанным, прямые сухие палки, которые хорошо летели. И я помню, что мне было очень странно лет через 5, наверное, узнать там условные 10, 12, 14 лет, что лук, оказывается, на самом деле стреляет за счет упругости плеча древесины, а не за счет растягивания тетивы, потому что вот один из моих первых луков, это была как раз колготка. Забавно, что и папа, и я, судя по его рассказам, с детства были такими книжными червями и читали вообще все, что под руку попадется. Например, для меня было нормально читать в 6 лет, как Кастанеда, Карлос Кастанеда, упарывался мискалином с Доном Хуаном и потом ползал по деревянному полу и искал там цветные пятна, и как они выпускали лучки, пучки энергии у себя из животов, и этими пучками энергии зацеплялись за камни, когда перебирались через водопады. А их напарник в это время, тоже обожратый мискалином, это все видел и всю эту энергетику ощущал и понимал. И призывали они еще и духов, в общем. В общем, это было нормально. Я помню, что меня не очень зацепило. Я прочитал, у нас было 12 таких, или сколько их, 12 или 16 томов, в сборниках по 4 книги, вот такая толстая книжка. И вот я одну из них прочитал, то есть это там 2,5 где-то книги. И дальше меня эта кактусовая тема не очень увлекла. Но было дело. Помню, что папа еще удивился, когда мы поехали, по-моему, встречать маму откуда-то с вокзала. На вокзал на ЖД. И мы стояли в ларьке, я смотрю и говорю: «О, пап, смотри, Кастанеду продают». Ну и продавщица, конечно, посмеялась. Продала она нам этот новый томик Кастанеды, который папа еще не читал. Еще есть такого ненормального чтива, вспоминается подкинутый. Не то, что ненормального, просто не совсем детского, наверное. Подкинутый «Богатый папа, бедный папа», когда я его тоже читал. 7 лет мне было, это я точно помню. Я так с удовольствием думал: так, ну да, типа, активы, пассивы, это все, конечно, интересно. А проблема в чем? Проблема, думаю, вот там же приводил пример «Богатый папа» в книжке, что вот можно делать деньги из чего угодно, и дети топили латунные зубные тюбики и клепали из них фальшивые 25-центовые четвертаки монетки. Вот, а я думал, у нас-то зубная паста, она такая резиновая какая-то, ни разу не латунные коробочки, не латунные тюбики. Поэтому все, накрылся бизнес, и книжка потеряла свою актуальность. Ну, не то, что потеряла, конечно, но да. Зато я помню, после этой книжки я думал: да, все, надо делать бизнес, надо быть богатым. Потому что деньги — это сила, потому что деньги — это удобно, я тогда думал. И, собственно, ничего не поменялось. Вот, и спасибо кому? Спасибо папе и маме, что дома были разные книжки. Была целая советская библиотека, куча детской литературы, куча взрослой литературы, куча каких-то забавных эзотерических книг.
необычных, непривычных. И это точно очень сильно мне все помогло вообще в жизни. Так что благодарность за начитанность. Папа же любит подурачиться. Я думаю, к этому моменту просмотра уже всем ясно, что наш папа человек, который не думает о себе слишком серьезно и ни о ком вокруг. И умеет над собой пошутить. И поэтому папа часто делал всякие такие нелепые приколы, которые как будто бы взрослым делать не нужно, но на самом деле нужно еще как. И вот одно из воспоминаний, просто мелкая зарисовка, как папа, нарядившись в какой-то тулуп, советская шапка-ушанка, и вот этот красный советский шарф, и намотался, и вот прыгал, и говорил: «Я домовичок, я домовичок». Я говорил: «Ну какой же ты домовичок? Ты же папа». Говорит: «Нет, я не папа, я домовичок, я пришел в гости, вот вам конфетки, все, я пошел обратно». А потом заходит, говорит: «Никакой домовичок, не было домовичка». Ну, конечно, разводка ясна, но это не разводка, это игра, и это было интересно. Спасибо. Была такая штука с папой, с мамой по дороге от родственников в основном. Когда мы шли домой 15 минут, они брали нас за обе руки с разных сторон. Называлось самолетик. Хочу самолетик, хочу самолетик. И мы тогда делали раз, два, три. И на счет три поднимали, и вот ребенок пролетал, я или сестра, метров 3-5, наверное, ну очень много. И это было круто. Ты не просто идешь домой, ты летишь как самолетик. Или называлось это на коняшку. Когда папа брал на плечи, и ты просто довольный едешь и с вершины всего мира вот так вот. Смотришь на все вокруг, да, это классно. Хелену сажу на плечи, она, правда, боится, а я сажу, потому что я знаю, как это классно, когда ты сидишь сверху и все видишь. Урок безопасности, помню, мы пошли в парк, были машинки, где надо сталкиваться на маленьких машинках. И папа сел, так как я был еще слишком маленький, чтобы самому там что-то делать, рулить. Он посадил меня, мы поехали. Первое столкновение, я делаю так, бум, и носом в рулевую колонку, а там еще шайба такая торчала здоровая, ну, советский парк. Носом в него, нос я себе, по-моему, разбил, ну, не сильно, но разбил. Папа, конечно, некомфортно, мама там что-то стоит, кричит из-за угла, я думаю, ну, как бы, да, с папой мне еще, по-моему, он такой сказал, что, да, видишь, Санек, типа, надо пристегиваться. Не пристегнутым нельзя ездить, запомни это. Ну вот, не пристегнутым ездить нельзя, я запомнил. Чего я вам рекомендую. Одно из воспоминаний на нашем УАЗике. Возвращались, по-моему, мы из погреба и решили заехать покататься, покатать детей, собственно. Что, естественно, не очень законно, так как детей за руль нельзя. Ну и, в общем, папа сел. Это была взлетка заброшенная, то есть пустая, замощенная территория. Без машин совсем, без трафика. И были мы, и были наши родственники, Костя с дядей Сережей. У них был еще Опель, и они тоже там рядом катались. Костя сел за руль, они вроде там потихоньку тренировались. Папа меня посадил к себе на коленки. Вот мы едем-едем, и тут гаишники. Подъезжают гаишники, папа меня хватает, перекидывает на заднее сиденье. Я там себе что-то гвоздем коленку распорол немного, пока меня вот так перекидывали. Нас не штрафовали, потому что у нас все было законно. А вот Костю и дядю Сережу тогда штрафовали, потому что Костю перекинуть назад уже никто не мог. Он был большой и сидел не на коленках. Очень классное воспоминание, которое всегда со мной. Может, оно и обусловило мою любовь к фридайвингу, я не уверен. Ходили в бассейн с детства и в целом научились плавать тоже довольно рано. Плавнички, спасательный круг и вперед. И вот одним из моих любимых развлечений было это вот играть с папой в воде. Причем самое, наверное, любимое, это когда его обхватываешь вот так вот сверху за грудь. Сидишь на спине, обхватываешь за шею или за плечи, или за грудь, и ногами обхватываешь за живот, как на баобаб. Так цепляешься, здоровый волосатый баобаб. Набираешь дыхание, и папа уходит под воду. Ну и вот он там проплывает сколько? Ну не очень много проплывает, ну там метров условно 5-10 он проплывет, секунд 15 на дне посидит, а ты вот глаза закроешь, сидишь и кайфуешь, потому что классно, еще глаза еще и откроешь, если у тебя очки есть, и смотришь, как там все вокруг, вообще интересно. Но продувки, по-моему, никакой не было, и папа нас продуваться вроде особо и не учил. Ну как-то просто уши у нас не болели, видимо, тренированные были. Да, это было круто. А еще другое классное воспоминание, это когда папа стоит на дне, а мы к нему вставали на плечи, он нас держал вот так вот ноги, и у него, естественно, голова в воде, потому что это двухметровый бассейн, и он идет по дну, а мы его вот придавливаем сверху. А еще мы так делали с сестрой даже. Сначала папа, потом сестра, потом я, и таким трехэтажным колоссом мы движемся. Это было очень круто. Бесконечные турслеты, выезды на природу, что-то связанное с палатками, с кострами, иногда с рыбалкой, иногда со сбором каких-то ягод в деревнях, когда мы с папой, с мамой собирались, выходили, обязательно жгли костер, обязательно что-нибудь на нем готовили. Так как папа любит это дело, то он всегда возился. Мне, видимо, было интересно это тоже вместе с ним делать. И я помню, как я все время гордился, ну лет, ну да, господи, я даже сейчас этим горжусь. Но сейчас меня уже просто не так хвалят. А раньше, особенно когда вот мне, например, лет 10, и мы приехали, надо разводить костер, надо найти дрова. Чищобу заваленную, вытаскиваю какую-нибудь огромную дровяняку, еле пру ее на себе волоку, такую пыхчу. Говорил, молодец, Санек, хорошие дрова принес, большие. И я гордый, прям что вот. Я костровой, я молодец. Я поддержал огонь, что называется, и не дал племени погибнуть, ага. Это забавно. И да, со мной эта любовь к природе, она точно от родителей. Я очень благодарен и папе, и маме за то, что они
В целом, меня никогда не принуждали особо чем-то заниматься. Я занимался в детстве плаванием несколько лет, потом музыкальную школу отучился, закончил. В промежутках я пробовал заниматься футболом, конькобежным спортом. Отдали меня на бальные танцы, я даже месяц туда проходил. Но, что важно, меня родители не давили, не гнобили никогда. Не говорили, что вот, или учись там, и если бросишь музыкалку, то все, ты говно, и ты нам больше не сын. Такого вообще ни разу не было. Я не получал удовольствия от ходьбы туда. То есть, мне не нравилось ходить, но я знал, что я могу не ходить. Но я выбирал ходить почему-то. Потому что они говорили, ну, занимайся хотя бы чем-нибудь. Чем-нибудь занимайся, чтобы условно дома просто вот не сидеть, а чтобы что-то развивалось. За это им большое спасибо. Это очень приятно было и тогда, и сейчас осознавать, тем более, что у меня был выбор, мне было комфортно, меня поддерживали. То есть, если бы я сказал, буду вышивать до конца своих дней, они бы сказали, да господи, вот тебе макраме, иди вышивай, мы тебя поддержим. И за это и папе, и маме большое-большое спасибо. Наверное, родители нас с самого детства воспринимали всерьез. Может, я, конечно, уже что-то выдумываю, но именно так это и воспоминалось. То есть, я особо не чувствовал, что мне говорят, ты мелкий, подрастешь, поймешь. Нас всегда в целом выслушивали с сестрой, приводили аргументы, доказывали что-то, объясняли, разъясняли, убеждали. То есть, были, конечно, вещи, которые нам просто запрещали, потому что это там небезопасно. Или там говорили, что вот закончив школу, потому что надо закончить школу. Это нормальная рабочая стратегия. Каких-то конфликтов с родителями я, пожалуй, даже и не помню. Это было очень здорово, что папа и мама относились к нам как к большим людям, которые могут что-то решать, что-то делать. И это очень правильно. И за это тоже папа большое-большое-большое спасибо. А еще я благодарен, что папа с мамой не ограничивали меня ни в чтении книг, ни в целом в игре в компьютер. То есть я мог читать до упора, я очень любил читать, читал целыми днями. И это было нормально. То есть никто не говорил, все, сбросай свои книжки, иди занимайся спортом. В жизни книжку больше в руки не возьмешь. Потому что на улицу я гулять не очень любил, это было не так интересно. А вот сидеть дома за книжками или позже, или одновременно с книжками, сидеть за компьютером, играть в какие-то игрушки, это было классно. То есть, понятное дело, нас как-то, наверное, все-таки с игрой в компьютер ограничивали, забирали шнур от блока питания, прятали, мы его находили потом. Но как бы то ни было, то есть можно было играть по часу, по два часа, по три, наверное, часа в день, может даже больше. И этого хватало. И я помню, что я очень сочувствовал своим одноклассникам, у кого в то время был компьютер, но родители им говорили, вот 15 минут в день, все. 40 минут в день, не больше. И в страшные игры играть нельзя. Мне было можно. И спасибо родителям за то, что они такую свободу тоже давали. Это очень круто. А еще забавно, что если обычно детей наказывали, на улицу не пойдешь, ты провинился, плохие оценки, там неважно что, на улицу не пойдешь, а меня наказывали, все, никакого компьютера, там за какой-то косяк домашний, никакого тебе компьютера, иди гуляй. Пока не погуляешь, не приходи. Меня наказывали прогулками. Было такое дело. Шло лето, каникулы, мы не поехали в деревню, как обычно мы ездили. И я сидел и целыми днями играл в игрушку. И папа говорил, ну что ты вот все в свои игрушки играешь? Все ты играешь в свои игрушки, ты же, у тебя же лето, все так и пройдет. А ты даже улицы не видел. Что тебе твоя игра? Завтра новая выйдет, послезавтра еще одна выйдет. Типа, так всю жизнь и проиграешь. А я говорю, нет, папа. Я вот сейчас запомню это. Он говорит, ну вот запомни, чтобы лето вот таким потерянным не казалось. Ну, как бы отследи этот момент, что время-то пролетает. И я помню, что тогда я себе дал обещание, что я вот сейчас все лето намеренно играю в эту игрушку. Я трачу на нее очень много часов, я ее прохожу, заканчиваю. И я не сожалею о том, что я пропустил лето. И я считаю, это очень важный урок какой-то для меня был. И да, я ее прошел, закончил, мало гулял в это лето. Но лето для меня тогда было не потерянным, потому что я осознанно сделал выбор, что я потрачу все время на эту дурацкую игрушку. И я вот до сих пор не жалею. И спасибо папе, что он разрешил мне этот выбор сделать и дал свободу нести ответственность условно за такой выбор. Это я считаю очень важно. Еще меня папа с детства, наверное, поражал с детства тем, что ему очень нравилось учиться. Мне учиться в целом было как-то безразлично, но учеба давалась легко. А папа говорил, что ему было вот прям интересно. В школе в начале года брал учебник, прочитывал по истории от корки до корки, просто потому что это интересно. Там что-то тут изучал, там изучал, там изучал. Вот тогда меня, помню, это поразило, что оказывается, учиться можно хотеть. То есть не просто вот потому что надо и как бы, а почему бы и нет. А потому что это интересно. И еще папа такую штуку и рассказывал все. Он не уставал напоминать, что в наш век у нас очень много информации. Нужно эту информацию научиться фильтровать. Даже интернета еще особо не было. Он там только-только какие-то зачатки, там условно начало 2000-х, но все равно. Но папа уже тогда говорил, что вот у нас в деревне было. Задали тебе тему. Ты идешь в библиотеку, берешь единственную энциклопедию по этому вопросу. Переписываешь оттуда статью, сдаешь реферат. Все. Больше ничего нет. То есть никакой информации, другой больше просто в природе не существует. Вот есть вот такая информация, ее сдал, все, 5. И все. А сейчас столько всякой разной информации, что ее даже не выучишь, не прочитаешь, поэтому надо вот по верхам все примерно знать,
и уметь в информации ориентироваться. Не знаю, наверное, не скажу, что это особо служило мне каким-то ориентиром в жизни, но, наверное, подспудно почему-то к этой мысли я очень много и очень часто возвращался так. Она ко мне жух, так придет, так. Я думаю, да ладно, не особо важно, жух, опять придет. Такой момент. За это тоже папе спасибо. Они нам просто стали давать что-то, по-моему, 150 рублей в неделю. А типа на завтраки в школу. Ну вот на завтраки и там еще на какие-то мелочи, снеки и так далее. И я помню, для меня это было прям какое-то условное эльдорадо. Потому что я всегда был такой прижимистый, особенно в школе, ну вот в детстве. Деньги особо ни на что тратить не хотел. Какую-то прям серьезную сумму на что-то скопить все равно было невозможно. Ну а на какие-то мелочи, типа шоколадок, даже тратить не хотелось, потому что ну вот сейчас ешь и все, а денег больше нет. А тут вот давали по 150 рублей. Ну и с одной стороны, я, конечно, уже осознанно понимал, что это не такие большие деньги. И родители нам говорили, вы нам, дети, скажите, если вам нужно больше денег, только вы обоснуйте, для чего они вам нужны. Не просто вот дайте мне денег, каждый день хочу что-то там, а именно обоснуйте. А я помню, думаю, ну можно, конечно, постараться обосновать, там, натянуть сову на глобус. Ну зачем? Если и так уже есть 150 рублей, если в школе есть, то у тебя там будет оставаться, ну пусть условно, 70 рублей каждую неделю. А если не есть, то будет оставаться рублей 120 вообще. И да. Причем еще забавно так, что мама еще говорила, ну типа я понимаю, что это не деньги. Я думал, ну мам, ну как не деньги, это целых 150 рублей. Так что вот, правильная привычка и умение распоряжаться своими деньгами с детства, это важно. И за это и папе, и маме большое спасибо. Помню, большой неожиданностью стало, когда папа внезапно объявил, а вообще, дети, вот этим летом мы сначала едем в деревню в Благовещенск к бабушке, а потом мы оттуда поедем в Китай. Я думал, ну как так, Китай, это же там столько денег, там какая-то космическая сумма была по тем временам, там, середина 2000-х, что-то около, типа, 17 или 20 тысяч на человека, или даже 30, может быть, прям, ну вообще, огромные деньги, несколько зарплат. И папа говорит, ну да, все, вот путевки купили, все, поедем. Ну и мы поехали, это было очень круто, потому что первый раз за границей, первый раз другой опыт, первый раз море. Сейчас я опять же в Китае, что, наверное, тоже как-то сказалось. Но это было забавно, это было очень неожиданно, и за это и маме, и папе большое спасибо, что они вот смогли такую штуку провернуть. Еще папа с детства нам рассказывал, с нашего детства, про свои походы, как они в университете ходили, в институте, как они там потом после института еще некоторое время ходили. Я помню, все завидовал, причем завидовал долго, и в универе даже, когда я уже учился в политехе, я все равно думал, вот папа, в мое-то время он уже в походы ходил, по горам лазали, круто. А я уже все думаю, это пропустил свой час. Ну вот сейчас хоть появилась какая-то возможность, иногда там что-то куда-то выбираюсь. Но это точно добавило в копилку моей любви к природе. Папиной истории, палатки, весь этот, вся эта гитарная романтика, веревки, узлы, какие-то переправы, которые мне до сих пор кажутся очень интересным делом. Это круто. Это интересно. Также вспоминаются, конечно, папины истории, как они во время учебы в универе в общаге по простыням спускались там с третьих, четвертых, пятых этажей, как он в окна лазил, кому не лень, до мамы. Как однажды папа, без всякой страховки, на не очень трезвую голову перебрался с 11 этажа на 11 этаж по балконам буквой Г угловым. За это, конечно, он, мне кажется, от мамы потом очень сильно получил. И всегда говорил, ой, дурак, я дурак, ой, дети, так нельзя делать, ой, так нельзя делать. Ну, мы так и не делали в целом. Но да, такой эпизод из папиной биографии он тоже имеет место быть. Папа и мама всегда в целом меня поддерживали. Я всегда знал, что дома у меня это дом, что меня здесь любят. Не особо я об этом на самом деле и задумывался. Это принималось как должное и нужное и важное. Но я особо не знал, что может быть по-другому. Чем старше становился, тем больше понимал на самом деле, как мне повезло. Но вот оглядываясь назад, да, я понимаю, что я всегда чувствовал себя дома безопасно, комфортно, удобно. Я был уважаемым человеком. И родители меня всегда поддерживали. Например, взбрело мне в голову на втором курсе универа, что я хочу в Америку на полгода work and travel. Конечно, и мама волновалась, и папа, я думаю, волновался. Но я говорю, ну вот, ну хочу, ну типа, ну вот, другого выбора нет. Мне надо поехать, я там, если что, кредит возьму. И в итоге они говорят, нет, не нужен кредит, мы тебе денег дадим, потом вернешь. Что я считаю тоже очень важный урок по поводу прививания ответственности за деньги. То есть, конечно, попрекать куском хлеба и так далее детей не нужно. Но дети должны иметь понятие, что деньги не даются просто так, что за них нужно работать, нужно трудиться, нужно что-то для этого делать. И если в долг берешь, то долг нужно возвращать. Это прям ощущается невероятно здоровой и полезной штукой. Вот. И родители меня поддержали и тогда, когда я поехал в США, и когда я поехал в Китай 4 года назад. Родители тоже меня поддержали, хотя на самом деле, конечно, ну, неинтересно, когда сын уезжает далеко. Но они молодцы. Вы молодцы, родители. И ты, папа, в частности. Вот, и за это тебе спасибо. И поэтому я хочу тебе пожелать 3 вещи. Первое, это продолжать интересоваться жизнью в целом. Потому что, несмотря на то, что жизненный опыт, он накапливается, вроде уже ничего не удивляет,
что может быть новенького, но где-то что-то неизведанное все равно всегда есть. И это неизведанное нужно найти или создать. И поэтому желаю тебе продолжать интересоваться жизнью. Это раз. Два. Вещь, которую ты тоже мне постоянно говорил. Читать книжки — это хорошо, но это все теория. А теория без практики — это бесполезный груз. Вот я желаю тебе, папа, не только читать книжки, но и продолжать делать практические вещи, продолжать их создавать, продолжать получать удовлетворение от творческого процесса, выражать себя, самореализовываться, потому что это тоже важно. И, в общем, практика, потому что накинул практики, можно и теорию подучить, и будет интересно какую-то новую теорию получить для какой-то новой практики. Цикл замыкается, и интересная жизнь идет. А три, я однозначно пожелаю тебе, пап, чуть побольше физической активности, чтобы быть еще здоровее, еще веселее, еще бодрее, чтобы иметь вот эти вот банальные физические силы для всех умственных работ. Это важно, это хорошо и это полезно. И в заключение еще бы хотел сказать, что мой дедушка для меня это всегда кладезь каких-то случайных афоризмов, которые вот так вот вернуть к месту и не к месту бывает очень хорошо. А папа для меня кладезь вот такой бытовой философской мудрости. Причем, наверное, даже скорее философской, чем бытовой, потому что быт, ну вот он вот и посмотрел и научился, а философскую мудрость, если тебе ее не сказали, то самому до нее дойти не так-то и просто. А когда сказали, уже на практике увидел, чик-чик-чик, понял, сообразил, применил и так далее. Поэтому, папа, спасибо тебе в том числе и за философскую мудрость. Ура! С днем рождения! Я тебя люблю! Ты самый лучший отец. Это точно. Двигаемся дальше. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, чудеда Саша, с днем рождения тебя. Today is your birthday. Thank you so much for being such a great father. I really wish you stay healthy, stay active, and move more maybe, like to be stronger. Of course, you're like very strong enough, but to move is always good. That was a really genius idea for purchasing the dacha. I really hope that you will have a good life there and in general, like to be active and to grow more vegetables and maybe keep few cow and the sheep and duckies. And in this very special day, me and Sanyok, we really congratulate you the best everything in general. And happy Father's Day, the next day, Sunday. I'm very sorry that we cannot come to meet you in person, but you always have your best wishes from China here. Yes. 好吧，我的国际看起来怎么样？ 非常好。 你已经学，看来你已经学会了瞬间移动的能力了。嗯，你动动手指就能去到任何你想要去的地方。哒哒！ 哼， ну тогда поехали！ 我学会了顺语，我会说中文，是时候喝碗咖啡睡觉一点点了。 Таня меня снимает накануне моего юбилея. Вот скоро мне будет уже 55 лет. Как бы дед скажет, старик уже. Пока-пока. Но тем не менее, аналогия. Паучок, так же как и жизнь в паучке, по сеансе паук, так же, да, ёкарный бабай. Всегда сорвалась. Хао! Где она? Such a good one! Okay, and then kind of like from behind. Okay, you're standing by this tree and looking there somehow. Any more seconds, different things. You can try jumping and stuff.